Черный Роллс-Ройс, и я заберу топ. У! Так, ну что, бэби-мама, всем привет, ребята. Мои дорогие девчата, ребята, подписчики. Сегодня буду смотреть охрененный, наверное, клип. Вот только-только мне пришло уведомление. Как они это делают, я не понимаю. Кстати, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, как они это делают, что у меня в телефоне приходит уведомление, что хренакс, Тимати снял, оказывается, новый клип с Егором Кридом и Джиганом. Rolls-Royce. Наверное, рекламы там понапихали. Да хрен. Миллион просмотров уже за 5 часов. Охрененно. Вот это да. Ну, погнали. Поглядим, что тут так. О, ну если так начинается, это будет кино. Это будет 100% кино, ребята. Трек я уже, кстати, слышал, мне прям зашел. Ну вот, о чем я и говорил, сразу рекламу. Леон. Бандюган такой. Кого-то он мне напоминает. О, маникюр. Это я люблю. Красава. Вот он, да, вот он. Егорчик. Застрели этих сучек. Сейчас застрелит его. Роллс-Ройс. О, да, малыш. Привет. Привет, детка. Да не занят, говори. Сейчас, подожди секунду. Подожди секунду, сейчас я завалю одного ублюдка. Ой, какое начало. Серьезно. Очень дорого, очень красиво. Так. Черный Rolls, ай-яй-яй, джекпот. Со мной бэйби мама на нее. Ой-ой-ой-ой, вот это они молодцы. У нее есть парень, но походу он кто? Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бэйби мама на нее. Удачи, все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу он кто? Мут 6 нолей, новый мув. Опять реклама, беги. Бэйби называет меня милым. Все, что вы хотели, мы купили. Она манит меня. Ой, как хорошо сети звучит. Ярко Джига светит, как тебя не заметит. Свежо так. Джига тебя любит, Джига делает ветер. Твоя декольте поднимает мой рейтинг. Я перезвоню, но не факт. Это мой кей. О, Тиман, мне нравится, у него такой стиль, как у Крис Брауна. Прическа. Пэй, рекламка пошла. О, вон того типа я знаю, с ним общался. Вот он, да, музыкант. Саунд-продюсер. Как же его зовут? А, Рикс Давия, да. Со мной бэйби мама, на нее потрачу все. Сделал новый мув, я заберу топ. У нее есть парень, но походу. У нее есть парень, не походу. Это Тануки, это миллиардер. Владелец сети Тануки. Охренеть, вот они сделали коллаб с ним. На, бах. Он в шоке. Ну чё, типа, доигрался? Только деньги на уме. Сука. Сделал деньги на уме. Делал деньги как мел. Делал бэнгер каждый день. Черный Rolls-Royce на стекле плики. Мои числа растут, будто без чики. Ты делаешь ноги, я делаю ногти. Моя бич делает деньги, просто снимая тиктоки. Big facts. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Со мной бэйби мама на нее. Охренеть, сколько у них налички. Я заберу топ. У нее есть парень, но походу он лох. Черный Rolls-Royce, забираю джекпот. Это они намекают на этого миллиардера Тануки. Что он лох. Мол, есть у него парень, типа, придурок. Но он лох, мы его ограбили, все бабки у него отдыхнули. Пацаны, вы что, серьезно? Мы по платной поехали? Поехали по объездной, зачем бабки палить? Ты сейчас серьезно? Все. Завалили. Доигрались вы. Вот так вот в реале когда-нибудь будете ехать.
как с тупаком. Бах-бах! Гранату в машину Тимати, блядь, кинет кто-нибудь. Вот забавно будет. Так, а это что там? Кто это? А, я думал, Лепс! Офигеть, вот это у него заточка. Бомба вообще. Мне понравилось, прикольно. Прикольно, прикольно. Молодцы, ребята. Пацаны, ребята, молодцы. Ну ладно, увидимся еще. Что-нибудь подсниму вам. Прикольненькое. Пока. Это так. Нечего делать. Что-то решил. Бфф.